Зал в городской администрации едва вместил всех желающих. Пришли не только депутаты и известные общественники. Сегодня активно свою позицию высказывали и студенты. Так, например, Валерий Иванов за новую должность, но при этом предложил перенести решение вопроса на пару месяцев. А вот как народные избранники объясняют необходимость первого зама. У нас некоторые руководители структурных подразделений администрации города игнорируют наши рабочие группы. На городской совет депутатов, в связи с чем, видимо, назрела острая необходимость именно осуществлять еще и контрольные функции. Как раз таки это усиление контроля за исполнительным органом власти, усиление контроля за теми решениями, которые принимаются на сессии депутатами городского совета и их уже исполнением, внедрением непосредственно в жизнь. После выступления основного докладчика, начальника правового управления и экспертов перешли к голосованию. Подавляющее большинство, 129 человек, одобрили изменения в устав города. В мэрии возвращается народовластие, когда наконец-то здесь научились вновь слушать и слышать голос людей. С учетом результатов публичных слушаний решение будет принимать уже горсовет на очередной сессии. Новый зам мэра станет вторым человеком из состава горсовета, кто будет работать на постоянной основе. Свои кандидатуры, возможно, выдвинут сразу несколько депутатов. Евгения Панарина, Виктор Еланцев, новости дня.